Наурыз – это время возрождения природы и обновления жизни. Великий день с многовековой историей считается началом Нового года. Тем не менее, в этом году его не разрешается праздновать так широко, как раньше. Согласно санитарным требованиям, массовые мероприятия запрещены. Актюбинские жители также празднуют его со своими семьями, не выходя из дома. Сегодня они выразили свои пожелания. Всем по-другому, конечно. Приходится соблюдать все, везде ходить в маске. Поздравляю с праздником Наурыз. Желаю всем здоровья и чтоб благополучия в семье и всего наилучшего. И желаю всем того же, счастья, позитив, сохранять позитив. И это самое главное в жизни. Какие бы ни были времена, нужно верить в лучшее, потому что лучшее обязательно наступит. Все с праздником, Наурыз Майрама Коттыболса. Поздравляю всех вас с наступающим или уже наступившим, да, Наурызом. Желаю, чтобы он удачно прошел, чтобы вот это уже все покинуло нас, вот это, что было в прошлый год. И чтобы все у всех было. Наурыз Коттыболса.